Мы военнослужащие ВСУ 60-й и 21-й бригады попали в плен, потому что наше руководство, заведомо знаючи, что там позиции уже потеряны, отправило нас туда на убой. Мы столько могли, столько держались нас, мы сдались в плен, потому что остались живыми. Заведомо наше руководство и наши семьи просим, если есть возможность помочь нам вернуться домой. Нам эта война уже надоела, мы не хотим воевать, сколько можно. Мы убиваем друг друга непонятно за что. Прошу, если есть возможность, скорейшему нашему обмену. Здесь нам относится хорошо, но все равно мы хотим домой. Дома есть дома.